Приветствую, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова. Сегодня мои партнеры из Суперкопилки обратились ко мне проверить вот такой вот сайт. Люди хотят много денег. Вот такой вот сайт нашли и спрашивают, можно ли вывести с него. Увидели рекламу. За 3 часа платится 200%. Давайте проверим, так ли это. Сайт называется 3 Hours, не знаю, как по-английски, .space. Пишут, мы являемся одной из ведущих криптоинвестиционных компаний. Здесь можно делать умную статистику, тра-ля-ля-ля-ля. И вот такие инвестиционные планы. 10 рублей кладете, получаете через 3 часа 20 рублей, то есть в 2 раза больше. Инвестиционный план на 100 рублей, получаете 200 рублей. На 1000 рублей вкладываете 500, то есть в 2 раза больше. Совместными усилиями мы с партнерами Суперкопилки собрали эти 500 рублей и вложили на 3 часа. Вот история операции. Сегодня 26 мая. Магазин, вот этот сайт. Сумма списания 500 рублей. Номер счета в магазине. Вложили, сделали депозит на 500 рублей. Здесь у нас все 3 часа отображался доход. Срок истек, вышло 3 часа, баланс для выплат 1000 рублей. Привязала я свой кошелек Pair, нажимаем вывести. Вот, 1000 рублей, кошелек Pair, нажимаем вывести. А тут хоп, у вас отключены автовыплаты. Пополните баланс на сумму 1000 рублей, чтобы подключить автовыплаты. Вы сможете выводить средства без ограничений. Заходим в контакты. Контакты, здесь написан, что у нас есть чат. Связаться с технической поддержкой проекта по данному электронному адресу, либо через онлайн-чат. Все письма рассматривать в порядке очереди в течение 24 часов. Обязательно укажите ваш ID или логин. То есть хренушки там, ничего вы не выведете. Резюмирую, что сайт Лохотрон, и чтобы вы вкидывали туда свои денежки, и админы берут их себе. Поэтому делайте выводы, господа. Суперкопилка, либо вот эта вот фигня. Деньги не выведите, 500 рублей потрачены. Карман админов. Админы нечестные. Когда вы кладете эти деньги, это нигде в правилах у них не прописано, которые я прочитала. Вот давайте откроем правила здесь и посмотрим. Смотрите. Платежи. Пользователи могут сделать вклад на сумму от 10 рублей при помощи платежной системы Payeer. Перечень платежных систем, при которых можно совершить ввод и вывод, может корректироваться администрацией. Вывод средств происходит автоматически, то есть вклад отработал, эти 1000 рублей должны были поступить на привязанный кошелек Payeer. В случае предоставления неточных, неполных данных о системе вывода со стороны клиента, вывод средств не происходит и заявка на вывод отклоняется до исправления или выяснения всех неточностей данных. Заявки на вывод средств принимаются круглосуточно. Администрация не гарантирует возврата вложенных денег. То есть я этот сайт не рекомендую, это все Лохотрон. Если вы хотите действительно зарабатывать большие деньги, но не так, не 200% за 3 часа, а средний доходник, это, конечно же, Суперкопилка. Выплаты здесь еженедельно. Вывожу уже полгода, в Суперкопилке я полгода и вышла уже на закольцовку. Сегодня я сделала очередную выплату со своего кошелька NixMoney на свою карточку. Ссылочка на Суперкопилку будет под видео. И прежде чем заходить в такие лохотроны, хорошенько подумайте и все взвесьте.